46-летний Алексей, коренной житель Часового Яра, родной город решился покинуть, так как обстановка становилась все опаснее. Бои слышно все ближе по звукам, это очень активно работает артиллерия и разбивает все под ноль. Вот поселок, где я живу, его разбивает артиллерия, выбивают дома, гаражи и целую неделю зажигательными градами, короче, крыли так, что выгорело, много домов выгорело. Мой дом чудом остался целый. Все горело. Очень возле меня домов 10, которые были уже разбиты, ну просто которые некому было тушить, как бы, ну и сейчас погода такая. Все в дыму, пожарище. Алексей служил пастором в одной из городских церквей, помогал людям эвакуироваться, чинить кровли и выбитые окна после обстрелов. На соседней улице женщина и брат инвалид, им под 60 получается, им дом разбило, кухня сгорела. Сейчас вот это ж искал волонтеров, и они связывались, ну, я их убеждал выехать и содействовал, как бы, ну, вроде бы должны их забрать. Семью из Часового Яра, жену и троих детей мужчина вывез раньше в Черновицкую область. Сам остался следить за домом. За 2 последних года, говорит, привык жить без электричества, воды и газа. Когда-то сказал, что я уеду из Часовяра, только если будет угроза оккупации. Я надеялся и верю, что этого не будет, потому что Часовяр – это очень важное стратегическое место. Но сейчас я уже тоже, видя, что происходит, немножечко начал переживать. Поэтому я сейчас как бы и выехал. Ну, выехал с учетом на время. Пройдет время, я тогда посмотрю, как оно будет, как с домом будет. Буквально недавно в крышу его дома попал российский беспилотник. К уезду я починил крышу, чтобы не затекало, накрыл чем смог, чем было, там тарпаулин, одежь с кусков шифера. Я уехал, оставил дом на Божье попечительство, за ним присмотрит сосед, будет ночевать у меня в подвале, получается. И там уже как Бог даст. То есть вот надеюсь и верю, что Бог и наше ЗСУ не допустит их в город, не даст им эту высоту. Но многое зависит же от того, что насколько у нас будет чем их сдерживать. Решение Алексея эвакуироваться в Константиновку поддерживает волонтер и его земляк Евгений Ткачев. Сам он выехал из Часового Яра в прошлом году, но регулярно привозил в город питьевую воду, гуманитарную помощь и корм для животных. Несколько дней назад я был в Часовьяре. К сожалению, сейчас это каждая поездка уже лотерея. Поэтому ездить очень опасно в основном и по двум причинам. Это дроны вездесущие, которые сейчас охотятся за любой машиной. Гражданская, негражданская, с эмблемами Красного Креста, без эмблемы. Хоть что нарисую, все равно их атакуют. И вторая проблема – это авиабомбы, кабы. В связи с этим сейчас Евгений решил, что с гуманитарными миссиями ездить в Часовьяр очень опасно. Теперь я для себя принял решение, что я буду ехать только в том случае, если речь будет о спасении человеческой жизни, только если эвакуация. А так гуманитарной помощи у них достаточно, всего у них достаточно. Нужна будет помощь для спасения жизни, я готов рисковать своей жизнью. На сегодняшний день в Часовом Яре остается 690 мирных жителей. Эвакуироваться из города у них еще есть возможность, говорит начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус. Также в населенном пункте достаточно гуманитарной помощи, лекарств и воды. Обстрелы не вщухают. Обстрелы не утихают. Каждый день, фактически каждый час что-то летит. Жителям максимально трудно в данный момент. Потихоньку эвакуация продолжается. Вчера вывезли 2 людей. И каждый день пытаемся 1-2-3 жителей вывести из города. А так базовые потребности людей пытаемся обеспечивать и дальше. Гуманитарная помощь, вода, пункт несокрушимости – это все есть. Ожесточенные бои продолжаются на подступах к городу. В самом Часовьяре оккупантов немає. В самом Часовом Яре оккупантов нет, и дай бог, чтобы и не было. Боевые действия продолжаются, они очень активные, очень насыщенные, поэтому сложно. Житель Часового Яра Алексей рассказывает, на эвакуацию на велосипеде в Константиновку потратил около часа. Всю дорогу его сопровождали обстрелы. Сейчас помогают местным волонтерам готовить украинским защитникам бесплатные обеды. Это инициатива волонтеров из Румынии и Черновицкой области.
Вот сейчас я роблю для ЗСУ то, что могу робити. Вот сейчас я делаю для ВСУ то, что могу делать руками. Не только молитвами и словом, но еще и руками. Чем можем, тем помогаем. Это моя миссия, моя жизнь – быть полезным для мира, для людей. На данный момент для ВСУ. Волонтеры планируют пробыть в Донецкой области около недели и предложили Алексею отвезти его к семье в Черновицкую область, когда будут возвращаться домой. Из Донецкой области Анастасия Волкова, Артем Воронин для телеканала «Freedom».